Небо какое необыкновенно красивое. Птички поют. 6:30 утра. Вовочка поехал на работу. Маленькая веточка и 18 розочек, а вообще бутонов было 25, но остальные там еще внутри маленькие должны распуститься. Белые розы, на-на-на-на-на-на. Наша диплодения стоит с бутонами и уже распустились первые цветочки. Красавица! Смотрите, какой цвет. Красавица. И еще бутончики. Будут цветы. А серебряный лист вовсю цветет. А цветочки, как желтые ромашечки. И хибискус или гибискус тоже цветет. Разные цвета, разные оттенки, все в цвету. Лето. Слышите колокола на нашей церкви? Есть у меня такая красивая шкатулочка. Она мне очень нравится. Я складываю туда сережки, колечки, ну что-нибудь такое. И она мне очень подходит для спальни. А видите, вот верхняя рюшечка, она отклеилась. Она была приклеена горячим пистолетом. Ну что ж, мне захотелось, конечно, восстановить, не убирать эту рюшечку. Я достала мой маленький, он очень удобный, горячий пистолет. И стержни. Сейчас я его заряжу и починю мою шкатулку. Все готово. Теперь есть куда собирать золото и бриллианты. Привет, мои золотые! Мы сегодня сделали маленькие закупки, которые мне будут сегодня нужны. Купили сангрию. Это, ребята, как компотик. 7% алкоголя, и написано «Eis kühl genießen», то есть пить ледяным, чтобы он был очень-очень холодный, этот напиток. Купили мы лук, виновюршен, очень крупную сливу, надеюсь, она вкусная, пару бананов, потому что Иванушка делает молочный напиток, и бананчики нужны. Много фруктов мы сразу не покупаем. Конечно, по возможности я ставлю в холодильник, поэтому лучше каждый день что-то подкупить, чтобы они не так быстро портились. Вкусная вот такая длинная салями для нас. Палочки такие. Купили салями. Все перевернуто, потому что все должно быть быстренько. Тироллер салями. И, конечно же, свежие лимончики, потому что я делаю холодный напиток. Иванушке энергитринг, тоже он пьет с холодильника. Это масло, которое мне нужно для жарки. Иногда я смазываю им бумагу для выпечки. И на нем можно что-то пожарить, жидкое маслице. Свежие яйца. И 4 упаковки слоеного теста, потому что я хочу что-то сегодня испечь новенькое. Ну, вот такие.
такие продукты мы сегодня закупили немножечко. На ужин у нас все есть. Сейчас я это разложу, конечно, и приступлю к подготовке ужина. Я сделала полезный напиток. Это имбирь и лимон. Залила кипяточком остывшим. И все готово. Лимон еще наверху. Имбирь уже опустился на дно. Мне нравится такой вкус. Он с горчинкой, кислинкой. Но кому нравится с медом, пожалуйста, может добавить себе в чашечку мед. Так что очень полезно и вкусно. От Володюшки я сегодня получила заказ. Очень ему захотелось жареной картошки, что я и сделала. Картошка с луком и селедка с луком. Вот такая вкуснятина. Сегодня я испекла сосиски в тесте. Тесто слоеное, сосиски и еще кусочек сыра сверху. Все запеклось, естественно, пропеклось. Посмотрите, какие они красивые. Можно их кушать и с горчицей, и с кетчупом, или кто с каким соусом любит. Они сейчас горячие и вкусные, они вкусные и холодные, и их можно разогреть в микровеле, и тесто опять будет мягким, вкусным, сосиска будет горячей. Так что приятного аппетита, если кто-то кушает. Готовьте с радостью, и все будет очень вкусно. Посмотрите, какие они красивые. Заплетенные косичками. Ням-ням-ням. Прекрасного вечера, золотые. Всех обнимаю, целую. Пока. Чусь.